А теперь к новостям спорта. Славянский район вновь принимает соревнования всероссийского масштаба. На этой неделе в спорткомплексе «Лидер» стартовало первенство России по настольному теннису среди молодежи до 22 лет. Участников соревнований, приехавших к нам в город со всей страны, поприветствовал председатель районного совета Григорий Литовко. Нам очень так радно и приятно, что сегодня здесь присутствует вся Россия. Я уверен, что вам понравится в нашем Славянском районе. Я уверен, что здесь будет очень хорошая игра. Ваш вид спорта, он уникален, он требует особого подхода. Это и зоркость, и четкость, и меткость. Поэтому я желаю вам сегодня уверить, что в финале победит сильнейший, и кто-то войдет и будет прославлять свои регионы на соревнованиях и войдут в сборную России. Удачи и спортивных побед! В первенстве России по настольному теннису принимают участие лучшие теннисисты страны. Победители получат возможность войти в состав сборной России. Соревнования будут проходить в течение 5 дней. В них принимают участие и 3 славянских теннисиста – братья Черкис и Денис Косткин. Результаты первенства станут известны 15 декабря.